Хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будет у нас классная рубрика, какой аниматроник самый крутой. Появились в воркшопе новые аниматроники, пилпаки, будем все вместе с вами смотреть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, смотрите, какой у нас первый пилпак идет. Вот, да, есть одиночные, а есть там, где их много. Это у нас спринтрап. У него новая анимация ходьбы, у него вывернутая голова, переключается на другой режим, я там знаю, есть у него. Очень классные звуки, мне реально нравится. Так, он как-то так танцует, да, как будто драться хочет. А ну посмотри, как он этот бегает, быстро или нет? Да, ничего себе. А в том режиме ты можешь бегать? Конченом. Ага. А почему руки в боки? Это незаконно. Так, а ну ладно, давай, мочи меня. А почему нету скримеров? Короче, зато он всех убил, кто был вокруг. Хорошо. Так, следующий у нас будет аниматроник, прототип Фредди. Подожди, Димас, у него есть еще одна особенность. Показывай. Блин, я же забыл, ребята. Да, он, кстати, ползает. Ребята, кто хочет следующую рубрику, какой аниматроник самый быстрый, ставьте лайк, пишите плюсик. Мы будем знать, что... и мы, конечно же, запилим. Потому что реально добавили опять старые аниматроники, их обновили. Надеюсь, все попадет в один ролик. Так, а ну покажи, что он может. Блин, прикольно, ты просто раскрываешься? Как будто крылья какие-то. Ха-ха, прикольно. Давайте хоть рассмотрим. А ну, стой, стой, я еще хочу посмотреть вовнутрь. У тебя там как-то круто все в кишках. Так, надо сделать... фотографию на память. Так, что он может? Просто раздвигать эти свои кишки, показывать. Стоять, смотреть. Замерзать. Очень быстро бегать. Ого, ты быстрее этого... Точно надо рубрику, какой аниматроник самый быстрый. Прям напрашивается. Невидимый можешь вставать. Так, по стене ты точно ползать не можешь. Даже не будем проверять. Ты пехаться может. Очень быстро. А ну-ка, мочи меня, будет скример? Во, а у этого есть скример. Так, следующий у нас пилпак, который ни разу никто не видел. Это реально очень новые аниматроники. Так, сейчас подождите, ребята, вам все покажу. Уже запутался. Это вот FNAF 6, Rockstar, and там что-то еще. Так, что он может? Он такой маленький, непривычно. Ого, ты так жизни можешь тратить? А ну на меня, прыгни на голову. Не, просто шмякаешь жопой своей. Так, что еще? Танцевать. Ребята, да, прикольно? Такой няшный, розовый. Танцую, танцую, просто так. Что еще? Вот так прикольно может танцевать. Прикольная анимация. Блин, не знаю, когда на него смотрю, мне улыбаться хочется. Реально прикольная морда такая. Ого, это сигнал у него, как на грузовике. Так. Опа, прикольная музычка играет у нас. Ну, у нас топ-саунд заготовлен всегда. Так, что дальше? Так, ну и все, а ну можешь мочить? Нет. Он не может, он просто такой чисто поржать? Да. Хорошо, ладно, давай следующего показывай. Воу. Ничего себе, первый раз вижу, что он гитару за спину цепляет. Это что-то новенькое. Я такого ни разу не видел. Так, через шею. А ну ты можешь лопашить музыку? Ничего себе, вот это он выдает. Нормально дает. Так, что еще? Прыгает прям. Видно, музыка реально крутая, но я знаю, что авторские права. Такое дело тонкое. А у него есть на R режим другой? Нет, нету. Понял. Ладно. Давай, Rockstar Chica. Получается, эти аниматроники не могут убивать? Они добрые? Да. Так, что он еще... О, она прикольно танцует. Опа, прикольненько. Смотри, смотри, что делает. Прикольно. Еще такая музычка. Она разные музыки, короче, делает. Это вообще музыкальный аниматроник. Так, что она еще может? О, еще такая музыка даже. Как в GTA 5, короче, похоже чем-то. У нее тут разный набор музыки. Так, что еще она может? Она себя исчерпывает. Она может невидимой ставать? Нет, к сожалению. Короче, она более реалистичная такая. О, прикольно.
Опа, попугай. Первый раз такую вижу анимацию. Так. Давайте посмотрим со спины. Ой, такая музычка прямо играет. Давайте немножечко вот так сделаем. Так, попугай смотрит, смотрит. А ну сделай, чтобы он еще раз на палец сел. Хоп. Так прикольно подлетает. Еще и чирикает. Тоже. Попугай-пират. Так. Ну это просто сам... Ого, а как он так ногу закидывает? Он будет петь сейчас? Ну, типа в позе пения. Ну да, и стоит просто. Чисто поржать. И все. Получается, у нас следующий идет марионетка. Ну вот знаете, что самое прикольное? Я первый раз вижу, чтобы колесики были внизу. Получается, ты должен кататься прям в коробке. Или нет? Или выходить... Ну, не знаю, зачем колесики. Еще и сирена. Это какой-то троллинг, что ли, аниматроников? Так, что еще она может? Оп, прятаться может. А ну я могу к тебе туда запрыгнуть? Не, не могу. Вылазит так. Пугает резко. Ого, гипнотизирует. Так, хорошо, давай покажем еще аниматроников. Обновили FNAF 6. Потому что их не было месяца 3, и опять они появились. Подожди, а Лефти, у него даже на контры с пуза вроде что-то выезжать. А нет, он садится. Сидит. А он может невидимый вставать? Вроде может. Нет, сейчас не может. А ладно, мочи меня. У него должны... Да, скримера нету. А, вот так просто сделал. Раньше вообще ничего не было, теперь просто шипение запилил. Так, давай Лефти покажем. Ой, Молтен Фредди. Я знаю, насколько он должен по стене лазить. Да, его обновили, сделали какой-то более чернее, что ли, его. Он раньше был коричневый какой-то. Вот тут вверху. Теперь просто черный вообще. Да, ползает. А ну-ка, замочи. Да, ну я понял, у них, короче, еще не сделали скримеры. Почему их так долго не было, я не знаю. Но они, главное, что появились. Так, это у нас пилпак. Скраб Бэйби. Она вроде такая же и была. Или нет? Да, она такая же и осталась. Или вот тут вроде черная тоже ей сделали. Я уже не помню. Да по скриншотам посмотреть. Она на коньках так и не ездит, да? Просто бегает на них. Да, она опять что-то говорит, как раньше. Пацаны, давайте сделаем в конце битву аниматроников. О, согласен. Блин, я думал, у этого будет много жизни. У Эйнарда много. О. А сколько там у него? Да, у него всего там 80... 830 тысяч. Ну что, давайте битву. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. Терминатор умирает первый. Так, я вижу. Где ты ходишь, телепиздрик? А, у нас жизни сильно много. Ты так меня не убьешь. Это какая-то битва, это мы друг друга как будто гавкаем, как собаки. Все, Плюштрап всех выиграл. Убийца аниматроников. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!